Değerli dostum Sayın Vladimir Putin, değerli bakanlar, уважаемые министры, değerli konuklar, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Приветствую, дамы и господа, приветствую вас от всей души. 23. Dünya Uluslararası Enerji Kongresi sebebiyle bugün сегодня мы осуществили нашу встречу в рамках присутствия на 23-м мировом энергетическом конгрессе. Как вам известно, данный конгресс продолжит свою работу еще на протяжении 2 дней. Данный конгресс еще внесет больший вклад в результате работы и министров, и соответствующих экспертов. Сегодня, как главы государств, как президенты, мы во время открытия присутствовали и сделали свои заявления, выступления. Вслед за этим мы осуществили двусторонние встречи. Наши министры осуществили некоторые, некоторые продолжают осуществлять двусторонние контакты. Работа экспертов тоже продолжается с двух сторон. Это именно сфера деятельности, которая напрямую отвечает вопросы энергетики, соприкасаются с вопросами энергетики. Наряду с этим во время встречи затрагивались вопросы торгово-экономического плана, оборонной промышленности, туризма, культуры. С точки зрения турецко-российских отношений, сегодня мы провели очень эффективный, очень полный рабочий день. И здесь в результате нашей работы было доработано соответствующее соглашение, которое благодаря именно нашей работе в результате сегодняшнего вечера было подписано. Я целиком и полностью уверен, что процесс нормализации турецко-российских отношений продолжится полным ходом. Естественно, наши отношения в дальнейшем будут развиваться, затрагивая очень много разных областей, и оборонная промышленность, и экономическая, и торговая, и все прочие области, связанные с двухсторонними отношениями. В плане осуществления 6-го съезда нашего Совета сотрудничества высшего уровня мы дали свои указания нашим министрам иностранных дел, чтобы они подготовили его или к концу этого года, или в начале следующего года. Учитывая, что очень быстро нужно провести работу, межправительственные комиссии тоже даны соответствующие указания, чтобы они сейчас поскорее осуществили свою работу. Естественно, большое значение имеют межправительственные контакты, и очередное заседание межправительственных комиссий осуществится в нашей стране. И, естественно, очень-очень деликатный вопрос связан с развитием событий в регионе. Многосторонним образом был рассмотрен вопрос по Сирии. Мы рассмотрели вопрос, связанный с операцией «Щит Евфрата». И осуществили оценку, каким образом мы можем сотрудничать в этом направлении. И особенно поговорили, какую стратегию мы можем выбрать для себя, для того, чтобы помочь с гуманитарной точки зрения жителям, которые находятся в очень тяжелом состоянии, в частности, города Алеппо. По этому вопросу мы дали соответствующие указания нашим соответствующим органам. Наши соответствующие ведомства пойдут на контакт, будут обсуждать, в частности, по линии военных, по линии разведки, по линии Министерства иностранных дел, осуществлять свои контакты, и в результате будет выбрана стратегия. Другим одним важным вопросом, который мы рассмотрели, это обсудили вопрос по турецкому потоку. Только что поставленными подписями было принято решение ускорить работы, которые ведутся по турецкому потоку. Другим одним важным вопросом это является атомная электростанция в Аккую. Аккую нюклеар энерджи сантрали ле
Здесь была достигнута четкая договоренность еще больше ускорить работы по атомной электростанции Аккуйю. И здесь я уверен, что мы сможем догнать то пропущенное время, которое за пройденный период произошло. Большое спасибо за внимание. Предоставляю слово господину президенту. Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, прежде всего хочу поблагодарить президента Турции за приглашение принять участие в международном крупном энергетическом мероприятии. И хочу поздравить турецких наших друзей с организацией, достойной организации этого крупнейшего мероприятия. Что касается двусторонних отношений, то сегодня действительно состоялись очень обстоятельные переговоры по целому ряду важнейших для нас направлений. Мы договорились и дальше предпринимать необходимые усилия для полной нормализации наших двусторонних связей. В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на то, что сегодня правительство Российской Федерации приняло решение допустить на российский рынок целую группу турецких товаров. Это товары сельхозпроизводства, косточковые так называемые и цитрусовые продукты. Это решение взаимовыгодное. Российское сельское хозяйство не производит таких продуктов. А поступление на рынок турецких может привести, и мы на это рассчитываем, к снижению и цен. Для турецких партнеров это, естественно, открытие российского рынка. Напомню, что объем продаж турецких товаров, этих турецких товаров на российском рынке в прошлом году составил 500 миллионов долларов. Так что это, в общем, значимое решение. Мы договорились о том, что и дальше будем работать над полной нормализацией отношений, и этим займется в ближайшее время межправкомиссия. Хочу подтвердить заинтересованность России в этой работе. Мы говорили также о нашем сотрудничестве в сфере энергетики, о продолжении работы по крупному проекту строительства атомной электростанции Аккуйю. Обращаю внимание на то, что это не просто строительство электростанции, это создание целой новой энергетической высокотехнологичной сферы в Турции с передачей технологий и подготовкой кадров. В России уже проходят подготовку свыше 200 молодых будущих турецких специалистов. Другой крупный проект, и вы сейчас были свидетелями подписания межправсоглашения, это газопроводная новая система «Турецкий поток». В рамках этого проекта и расширения нашего сотрудничества мы договорились также и о механизмах предоставления скидки на газ. Обращаю внимание, что таким образом мы движемся в направлении реализации планов президента Турции о создании в этой стране крупного энергетического хаба. Мы говорили также о возможности расширения нашего взаимодействия и по другим направлениям, в частности, в космосе. Российская компания «Роскосмос» готова принять участие в тендере по созданию и запуску турецких спутников связи. Мы говорили о расширении сотрудничества в гуманитарной сфере. Турецкая страна выступила с инициативой проведения перекрестных годов культуры и туризма в России и в Турции. Мы поддерживаем это предложение и на уровне министерств проведем соответствующую работу по реализации этого предложения. Как отметил президент Турции, мы очень много времени уделили сегодня и региональным проблемам. И прежде всего, конечно, ситуации в Сирии. И Россия, и Турция выступают за скорейшее прекращение кровопролития. Мы в России считаем, что как можно быстрее нужно перейти к политическому процессу урегулирования. Полагаем, что все, кто действительно хотят мира, должны поддержать эти предложения. У нас общая позиция в том, что нужно сделать все для доставки гуманитарных грузов в Алеппо. Вопрос только в том, чтобы обеспечить безопасность доставки этих грузов. Я проинформировал нашего турецкого партнера о том, что мы предложили американским нашим коллегам сделать все для того, чтобы отвести подразделения сирийских войск с одной стороны и оппозиционных сил с другой от дороги Костелло, через которую и можно, и нужно поставлять гуманитарные грузы в Алеппо. С тем, чтобы не повторялось провокаций с нанесением ударов по гуманитарным колоннам. Американские партнеры, по сути, отказываются от того, чтобы это сделать. То ли не могут этого сделать, то ли по каким-то причинам
не хотят. Надеюсь, что это станет одной из тем переговоров, которые в субботу должны состояться в Швейцарии. И вместе с президентом Турции мы договорились о том, что мы сделаем все для того, чтобы поддержать инициативу спецпредставителя ООН, генерального секретаря ООН господина де Мистуры по выводу боевых подразделений, не желающих сложить оружие из города Алеппо, с тем, чтобы прекратить кровопролитие. Договорились интенсифицировать наши контакты по линии военных ведомств и специальных служб. Что касается взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества, мы готовы к продолжению этого взаимодействия и к приданию ему более, к насыщению его серьезными проектами, которые представляют взаимный интерес. Предложения с обеих сторон изучаются, и я уверен, что они имеют все основания быть реализованными. Хочу поблагодарить господина президента за то внимание, которое он уделяет развитию российско-турецких отношений и за очень гостеприимный прием нашей делегации. Спасибо. Спасибо.